В Ридере Восточно-Казахстанской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве матери троих детей. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Об этом сообщили в департаменте полиции. Накануне горожан потрясла э, новость об исчезновении сотрудницы городского акимата. Тревогу забили родственники пропавшие которые заявили в полицию. В ходе следственных мероприятий оперативники обнаружили тело женщины в лесополосе со следами насильственной смерти. Позже вышли на след предполагаемого преступника. Он обезврежен, уже дает показания. Говорит, на убийство подтолкнула жажда наживы. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.